меня любите? Ну, конечно. Ну, как мне еще доказать вам свою любовь? Женитесь. Если любите, женитесь. Позвольте, но ведь вы же уже... Вы должны жениться на вдове. А, то есть вы хотите, чтобы я подождала? Нет, не нужно ждать. Вы должны сейчас. Ну, я что-то вас совсем не понимаю. Ну, признайтесь. Ну, вы же согласны жениться на вдове. Боже мой, ну конечно, конечно согласен. Я вам помогу, я сама все сделаю. Вам останется лишь предложить вдове руку и сердце. То есть вы хотите сами? Своими руками? Вместе с вами, конечно. Наше чувство слишком опасно. Мы должны его задушить. Задушить? Что же будет потом? Я всегда буду рядом. Мужайтесь, Камиль. Боже мой. Как же он меня любит, бедняжка! Задушить. Это ужасно. Задушить? Это ужасно. Какого черта? Ой, гражданин, извините. Прости, ну что такое? Зачем вы меня разбудили? Мне снился такой чудесный сон. Мне снились похороны посла.